Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Нига, как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта, это Слендер, и один из нас, из подписчиков, а конкретно это Фокси, будет выполнять роль Слендера. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать выживать. Я эту гвоздожделку нашел. О, гвоздоперделку, ты молодец, Серега. Все, я иду вас мочить. Эй, ты так быстро не успею я. О, ты такие звуки прикольные издаешь. Ага. А, ты говоришь, что ты меня видишь. Да я... где Димас? Да я вот убежал в какие-то странные места. Я тоже. Мы такое очень давно не записывали. Это, знаете, у нас сегодня будет как хоррор. О, Димас, я нашел тебя. Иди за мной, я знаю, где оружие. Идем. Есть. Ребята, надеюсь, вам понравится, и вы поддержите лайкосиком, так. Подпишитесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, Сережка, погнали, я за тобой. Так, я бегу. Сейчас нам надо вниз, вот сюда. Так. И, по идее, вот здесь должно быть оружие. Вот здесь, Димас, вот оно. А, Слендер! Перехватайте его! Ах, ты ж лоб, так мы не успели! Так, пацаны, что-то здесь не то. Ночной режим активирован успешно. Так, оружка появилась, ну... Не знаю, будем так продолжать играть, Серега, да? Ну, не знаю, да. Давай так уже. Как получится, все равно у него очень да. Мощная возможность, он может моментально нас мочить. О, еще ниже есть! Да. Нифига себе. А вообще, если мы возьмем в следующий раз, запустим гейммод Слендер, что надо тут делать? Наверное, записки искать. И когда мы найдем, мы сможем сбежать? Возможно. Так, понял, заходим. Прикольный такой гул на карте, даже не буду его убирать, пусть он будет. Антуражно очень смотрится. О, а ну попробуй по вентиляции лупани монтировкой. Подожди, у меня есть она? Есть. Где? О, я как чувствовал. Камера. Пусто. О, тут еще щенок бегает. Ой-ой-ой, слышишь? Я видел это. Он убил кого-то из наших. Так, навряд ли он оружие тут прятал, да? Кажется, он об этом месте даже не догадывается. Может, в следующий раз, Серега, спауны поставить какие-то прикольные? Да, надо какие-то. Но мы сделаем. Не беси. Димас, я здесь. Так, короче, здесь Фокси, здесь. Вопрос тебе. Сколько у тебя жизни? 10 тысяч. Ты что, дурак, что ли? Как мы тебя убьем? Ты где? Да я тут хожу. Нормально все. О, тут куча комнат. Спанч Боба, я тебе приведу. Я его нашел. Да пригвождайте его как-то. Ой, я убегаю. Убегай, убегай. Так, ну ничего нигде я нету. Какой-то большой зал, короче, он там меня нашел, да. Я его пригвоздил. Серега, а где ты? Я слышу, иду на звук. Иду на звук. Вот оно, я вижу. Мочите его! На говно! Ночной режим отключаем. Бейте его щитками, да! На! А, он меня убил! На! Корова, рот. Это, конечно, жесть! На! Я его пригвоздил, пацаны, на том же месте! Я немножко успел. Вроде бы. Так, а подожди, а куда идти надо? Сюда? Да-да-да. А где ты его пригвоздил? Его нет тут. Нема. Вот говно, убежало. Значит, не попал, пацаны. Попал! Не-не-не. Не попал, вот говно. Да что ж такое, я уже беру это оружие сразу. А у него что, тоже в темноте все видно, что ли? Да, у него от первого лица прибор ночного видения. Я тебя не боюсь. Ладно, ладно, боюсь. И знаешь, как его, Серега, да, спалить можно? Фонариком. Ну, да, можно. Его а тень видно. Да, он тень отбрасывает от фонарика. О, вот оно! Серега, попал! Есть! Четко, 100%.
На углу там вот это, где мы вокруг бегали. Видишь? Нет. Бегу, 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 бегу. Я знаю, где это. Боже, куча звуков. Попал, попал, попал. Попадаю четко в него. Он там, на углу, пацаны. Ах, да, ты говно. Будет. Ну и блин, ты пригвозден. Ты еще долго там будешь так сидеть. Мы тебя не отпустим. Я бегу к нему еще. Что он еще спрятал? Близкий пистолет долго, да? Так, сюда вроде бы. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Он здесь, ну. Да ты жлоб какой-то. Серега, может взять админский пистолет? Не-не-не-не-не. А чё ты? Кислотой. Я его кислотой фигачу. Всё, беру свое оружие. Эй, ну что ж ты? Так, 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 хорошо. Я тогда возьму тоже классное оружие. Так, он на лестнице где-то. На лестнице, да? Да, у кого есть приглаждатель? Уже не на лестнице. Ой. Я не убил его, что ли? Ого, Серега тебя отбрасывает. Я аж горю. Серега разошелся очень сильно. А я не могу здесь это оружие использовать, это печально. Ой, извините, обстоять. Где это говно? Вот для лестницы. Так, Серега, я с тобой, только не убей меня, это я, осторожно. Фокси, ты опять меня убила? Ага. Ай. Ну это, короче, открытая война уже, я вижу. Серега, успокойся, а, пожалуйста. Ты я псих. Спокоен. Я спокоен, я вижу. Ты издеваетесь, что ли? Как его убить, Серега? А я его не вижу. Короче, знаешь что, надо идти одному с админским пистолетом. Вот это было сейчас больно. Я с админским петухом на него пойду. Давай, иди. Убил! Меня, и я всех, короче, убил, Серега. Мы с тобой самые такие мстительные. Ну что, Фокси, это мы один раз тебя всего убили? Да. Ну давай еще разок, я хочу тебя еще раз замочить. Еще разочек. А ты что, думал, в сказку попал? Нет. Так, а что у нас тут? Ничего. Я с админским пистолетом, сразу говорю, Фокси. Так что у тебя никакой поблаты? Мы поняли, что у нас спа. Серега, я тут с тобой буду. Я, короче, правую сторону чекаю, ты левую, давай. Да. Все, погнали, я чекаю, четко. Я каждый ник прочекиваю, я увижу его. Нет, так не надо, пацаны. Так не надо. Пригвоздил. Где оно? Пригвоздил. Когда ты все вбивай. Фокси, ты где? Я рядом со спавном. А, Серега, он далеко, погнали. У меня патроны закончились на оружие. Идем, 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 идем. Он просто псих. Он мочит наших бесконечно. Идем, идем, идем. Здесь нету. А, что, мы не туда повернули просто. Меня свои пригвоздили. Вы его видите? На тебе! Красота! Я удобный. Прощайте, я сгорю настоящим человеком. Крышка унитаза лупанул меня.
И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!